Значит, здесь представлены различные образцы с различных областей. Ну вот, хочется отметить яшма, такая необыкновенная, в розовых тонах, брикчированная, с кварцевыми прожилками. Очень красивая поделочная яшма. Горная смола. Чем отличается янтарь, допустим, от тех, что сейчас вот продают у нас в большом количестве? Смола, она и есть смола. Видите, вот она легкая, и она действительно похожа на смолу. Из Калининграда, вот эти янтари из Калининграда.